Здравствуйте, друзья. У нас на канале «Новичок». Представляетесь? Меня зовут Валентин, я из Москвы, мне 3-4 года. Нет, не надо так все подробности. Значит, вот «Новичок». У нас такой маленький сюжетик про съем квартиры. Потому что, значит, Валентин у нас приехал пару дней назад и пытается снять квартиру. Вот я хотел об этом. Расскажите, вы смотрели сколько квартир? Мы посмотрели за 2 дня порядка 80 апартментов. Прямо физически посетили? Физически, да. То есть мы провели очень много времени на Крейглисте, где-то 3 часа вечером, да, выписали на бумажку 10 адресов. А на следующее утро обзвонили все эти 10 адресов, назначили аппойнты друг за другом и поехали, соответственно, физически смотреть каждую. Ну, машина была у вас, да, вы сняли? У нас в ренте машина. Так. Вот, физически со всеми, грубо говоря, агентами, лендлордами познакомились и пообщались. Так, но этого вам было мало. В принципе, из этих 10 апартментов нам понравилось 3, но вот один нам понравился больше всего, он ближе всех к школе находится, где-то 10 минут пешком, ну вот, и по цене хорошо, и по условиям. Ну, расскажите, что в итоге-то? Так, ну, там получается у нас, соответственно, двухкомнатная квартира, two-bedroom, да? Трехкомнатная, два-bedroom. Два-bedroom, да, то есть по-российски трехкомнатная. Так. Вот, это 75 квадратов. 750 скверфут. 750, да. Это немного. Ну да. Так. В этом и изюм. То есть получается маленькая квартира, но two-bedroom-ная. Так. И по условиям у нас 4 человека, она подходит тут больше всего. Хорошо. То есть она вроде как two-bedroom-ная, но по размерам как одна. Небольшая. И почем? 2200 в месяц. Все включено. И вода, и газ. Ну, вы знаете, что неплохо. Неплохо, потому что если бы она была побольше, там что-то могла легко и 2500, и 2800, и в общем... Да, 2200. То есть, в принципе, это достаточно хорошо. Плохая цена. Да, потому что, в принципе, 4 человека могут жить только в two-bedroom апартаментах, да, а two-bedroom в среднем начинается где-то от 2500, 2700. Ну, иногда, учитывая, что маленькие детки, иногда разрешают, но это надо искать, это надо... Ну, вот из 10 у нас 0. То есть, в 10 нам сказали нет и строго сказали, к вам только two-bedroom. Мы... как бы пытались там как-то... Схитрить. Да, но люди такие говорят, нет, мы не берем ответственность. Физическое, техническое состояние тех 10 квартир, которые вы видели, это что-то ужасное, или это худо-бедно, или это, ну, я сомневаюсь, что шикарное, но вот по московским понятиям, как бы вы это так описали? Выше среднего. То есть, так вот, 75% ты удовлетворен то, что ты видел. Вот. Единственное, они все без мебели, то есть, придется потратить какие-то деньги на покупку мебели. Ну, там зато шкафы встроенные. Ну, да, но ничего лишнего, зато нет вот этих обычных ковров на стенах. Да, вы можете снять с пола там ковры на стены. Да, то есть в целом очень чистенькие все 10 апартаментов, которые мы видели, они все вот примерно одинаковые. Супруга ваша на кухню смотрит первым делом? Обязательно. Она бежит на кухню, я бегу в лингдом. Так. Вот так вот. Да, ну, кухни в целом все как бы тоже оборудованы примерно одинаково. То есть везде мы встречаем Whirlpool, да, известный бренд. А, окей, фирма. Да. Смотрите, Whirlpool это что будет, холодильник? Ну, это, нет, это у нас получается... Стиралка, сушилка? Микроволновка, да. То есть, ну, стандартный набор микроволновка. Холодильничек. Холодильник, да, и посудомоечная машина. Да. Ну что же, то есть не совсем пусто. Да. Если бы вы дом купили, то там точно бы не было холодильника и точно бы там много чего еще не было. Все покупали бы. Вот когда будете дом покупать, вот вы увидите. Да. Ну что же, ладно, спасибо. Я только хотел сказать... Может быть, сложно, вот многие люди думают, вот я приеду, как я сниму, насколько это сложно, сколько времени это у меня займет, где я буду в это время жить, вы где в это время живете? Мы сняли апартаменты через ресурс один, о нем уже говорили здесь неоднократно студенты, он называется Airbnb, да, то есть, в принципе, здесь как бы никаких требований. Почем выходит вам Airbnb? $150 в день, так, в сутки, то есть, в принципе, это очень дорого, ну вот, но ты просто должен в течение этих 5 дней как бы собраться, да, и вот как вот мы, да, 10, предположим, квартир. Там, ну, это целая квартира у вас. Да. Там. Ну, это лучше, чем гостиница. В гостинице за $150 вы бы сняли... В общем, не бог весть что. Поэтому
Ну да, учитывая, что у вас четверо, если бы вы были там один или двое, было бы проще. У нас даже такие интересные апартаменты, они называются attached. То есть это к дому приотачено еще маленький такой домик. Да. Грубо говоря, как будто для прислуги. Но не для прислуги, а для людей, вот, которые путешествуют. Да, это обычное дело. Вот. И в течение вот этих 3-4 дней, грубо говоря, да, мы живем уже с семьей американской, то есть там есть дети взрослые и уже практикуем английский. Ну, вы отдельно от них все-таки. Отдельно, но у нас даже вот этот бэк-ярд, он общий получается. Они говорят, пользуйтесь нашим бэк-ярдом. Okay. То есть они любят потрепаться там. Да, то есть мы за 3 дня, в принципе, очень много о Купертино узнали. Okay. Ну, Купертино, на самом деле, еще и дорогое место тоже. То есть, скажем, Mountain View, может быть, это было бы и подешевле. Ну, хорошо, значит, то есть, не будь горшки обжигают. Да, в общем, просто нужно быть готовым, что нужно что-то будет сделать для того, чтобы что-то поменять, чего-то там достичь, вот и все. То есть, это обычная работа, вот и все. Я считаю, что в вашем варианте довольно важный момент – это то, что вы все-таки сняли машину, и вы могли реально эти 10 там, квартир бежать в течение, там, скажем, рабочего дня, потому что если бы это было без автомобиля, вы бы не очень управились там. Ну да, как это сделать? Маршрут. Ну, да. То есть вот эти там 5 точек объединить и по очереди тык-тык-тык. Ну, в принципе, это обычно такая менеджерская работа. В общем, вы считаете, вот сейчас, с тем опытом, что у вас есть, можно было то же самое, как-то подготовительную часть какую-то проделать, например, еще в Москве, а потом сюда приехать и начать по ним ходить? В принципе, конечно. Ну, мы по приезду сюда до этого готовились. И готовились в течение года. То есть в течение года я на всех этих ресурсах... Нет, сидел, это понятно. Смотрел. Но вот и можно ли было сэкономить время, допустим, тут, за счет того, чтобы потратить его там, именно на то, чтобы увидеть, в какой комплекс пойти там, и так далее? Ну, по приезду. Нет, не совсем. Тут лучше как бы действовать уже на местности, потому что ситуация как бы на рынке, да, на Craigslist, на том же меняется ежедневно. То есть появляются варианты, пропадают. Появляются, это правда. Да, это поэтому правда. Лучше приехать, как бы, и вот надеяться на то, что вот повезет в первый раз. Но, в принципе, быть готовым к тому, что ты потратишь на это там 4-5 дней точно. Ну, я считаю, что мы полезные сделали сюжет. Вот у нас тут Наталья Квик присутствует, вот сидит на моем стульчике и смотрит видео, у нее перерыв обеденный. Винни. Ну, хорошо, но ты вот слышала, что вот Валентин рассказывал? Я слушала. А, она в наушничках, она не слышала, все. Ну, я считаю, что она к нам присоединяется, вот, по факту присутствия, и мы тогда благодарим Валентина, а уже как она начнет там более, как бы сказать, предметно обустраиваться, мы тогда еще. Всем зрителям привет, да.